Убедились в Эйнмехе, даже столы могут полететь. Насколько это серьезный и очень опасный вуз для наших врагов. Ну, для того, чтобы понять, готовы ли вы стать студентами Эйнмеха окончательно, я вам задам несколько вопросов на уровне 1, 2, 3 класса общеобразовательной школы. Вы готовы на них ответить? Не понял. Точно? Уверены? Ну, коль вы так громче всех, идите сюда. Да. Ну, идите, идите. Поддержите. Вы тоже решили ходить? Пожалуйста. Побыстрее, ребят, побыстрее. Не стесняйтесь. Очень хотел бы, чтобы вы также через 5 лет поднялись на сцену. Добрый день. Как ваше имя? Иван. Иван, вы откуда будете? Из Санкт-Петербурга. А какой район? А... Понял. Район очень хороший. Скажи, пожалуйста, почему вы выбрали именно Эйнмех? Ну, мне понравилось его. Ну, что лучше всех? Молодец. Скажи, пожалуйста, а что у вас было по математике? Ну, алгебре. Ну, 76 баллов по математике, а... Ну, это 4, 5, 2, ну, по-честному. Вообще по-разному. Ну, у вас? Ну, вообще 4. 4. То есть вы знаете на 4? Нет. Хорошо. Ладно. Скажите, пожалуйста, а как ваше имя? Гордей. Гордей. Очень приятно. Мне обычно дядя Саша называют. Гордей, скажите, пожалуйста, а вы откуда? Вы? Далековато. Да. Что там не сиделось? Не захотелось. Хотелось. И почему сюда? Потому что лучше всех. Молодец. Скажи, пожалуйста, что у вас по алгебре? 4. Твердое? Да. Я задам простейший вопрос. 2 + 2 умноженное на 2. Сколько? 6. А у вас? Почему? Потому что вначале первым действием делается умножение, только потом сложение, так считай. То есть вы умеете умножать и складывать. Молодец. Пожалуйста, а отнимать и делить вы умеете? Да. А что у вас лучше получается? Умножать и складывать или отнимать и делить? Наверное, умножать и складывать. Все-таки лучше получается. А у вас? Да все равно. Ну, что больше нравится, складывать или отнимать? Складывать. Все-таки. Ну, складывать. Дай Бог, чтобы сложение знаний было на первом месте. Спасибо. Серьезно, они также знают математику, алгебру? Ну, я пока не знаю. Давайте поспорим на щелбан, что они не знают. Ну, кто-то один-то знает. Ну, те, кто знает на сцене. Ну, я знаю, да. А они? Ну, похуже. Здесь 3 выхода, будь аккуратен. У меня к вам тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, они знают на том же уровне, как и вы? Ну... Честно говоря, я пока не знаю. Но если не знать, на каком же уровне, я очень много щелбанов получу. Уверены? Думаю, да. Давайте так. Если они не справятся с моими вопросами, я вам щелбан. Если они справятся, вы ему щелбан. Вы согласны? Ну... Да или нет? Да или нет? Нет. Нет. То есть если они не справятся, я вам щелбан. А если справиться, вы ему щелбан. А вы хотите? В общем, так, если вы не справитесь, они друг другу щелбаны. А если справитесь, я им щелбан. Договорились? Да? Хорошо, сядьте поудобнее. Спины к спинкам. Я число, вы на единицу больше. Готовы? Я 5, вы? 6. Это правильный был ответ? Правильный. Вы хорошо слышите? Отлично. Ну, давайте возьмем примеров 9. Ну, может быть, 11. 22? 23. А может попросить чуть-чуть так вот? Да? 33? 33. 155? 155. 1033? 1033. 1077? 1077. 1099? 1099. Кто сказал 2000, поднимите руки. 1099, 1100 потом. Так, на всякий случай. Ну что, щелбан или исправитесь? Щелбан?
Да вы жестокие. Я думаю, попросите исправиться. Злые-то какие-то вы, а? Даю вам один раз исправиться. Ну что, волнение уже? Да, есть уже немного. А у вас? Ага. Давайте попробуем на уровне второго класса. Первый не получился. Уровень второго класса. Таблица умножения, знаете? Дважды два? Четыре. Трижды три? Девять. Кто сказал шесть? Вы слышали шесть? Да. А вы слышали шесть? Слышал. И это будущий ленинец. Константин Михайлович, кого вы набрали? В армию! Учебный военный центр. Хорошо, давайте попробуем подключить руки, может быть, с руками получится. Поднимите правую руку, поднимите левую руку, хлопаем в ладоши. Раз, два, раз, два, три. Нет, подождите, я не понял, что мне до галерки дойти, чтобы там это было услышано, да? Все вместе поднимите правую руку, Камчатка, поднимите левую руку, в ладоши. Раз, два, раз, два, три. Когда два хлопка, я задаю вопрос, три хлопка, вы отвечаете. Договорились? Да. Внимание! Раз! Это вы подняли руки. А теперь аплодируем. Раз, два, раз, два, три, пятью пять. Подождите, вы что-то слышали за ответ? Давайте так все подружливо, да? Попробуем еще разочек. Раз, два, раз. Пятью пять. Шестью шесть. Семью восемь. Есть люди специально обученные. Вы что услышали? 49. А вы что услышали? 48. Вот чтобы у вас было поменьше таких людей. Нет, чтобы сказать, что они услышали 56. Вы же сказали 56? Да! Точно? Да! А 48 им послышалось. Да! То есть они глухие. Да! Кривые. Да! Косые. Да! Лысые. Да! Вообще они в платье. Мне жалко, с кем вы будете учиться, но я больше чем уверен, что через день, два, три, год, два года, да когда будете получать диплом в музее артиллерии инженерных войск и войск связи, вы, наверное, будете хорошим сплоченным коллективом, и вы будете уверены друг в друге, как все выпускники военмеха. Я вам желаю хорошей, доброй дороги по этому замечательному высшему учебному заведению Балтийскому государственному техническому университету имени Дмитрия Федоровича Устинова. Военмех! Военмех! Идите в зал, потому что сейчас на эту сцену выходит одна из самых удивительных групп нашего города. А если захочется привстать и потанцевать, дать весь проходы, для этого есть места, только единственное, не вставайте на стулья. Помните, на следующий год будет 85 лет этому учебному заведению, поэтому они могут не выдержать напора новых первокурсников. Крекерс!